желаю, чтобы сегодня ваши задания были для вас легкими и посильными, чтобы вы все решили столько, чтобы стать победителями в районе и смогли принять участие в областной олимпиаде. Бесценный опыт творческого соревнования. Лучших из лучших предстоит определить нашему уважаемому жюри. Впереди вас ждет серьезная и напряженная работа. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. На базе нескольких школ города в течение двух дней проходили районная и областная предметные олимпиады среди учащихся второй ступени общего среднего образования 5-8-классников. Эти кадры сняты в 8-й школе, где в первый день олимпиад ученики проявляли свои способности по физике, химии и информатике. После торжественного открытия ребята разошлись по кабинетам и в течение нескольких часов выполняли трудное задание.